Ой. Хорошо, да. До свидания. Ну что ж, трудяги, всем привет. Доброго вечера. Доброго утра, точнее. Приехал, друзья, значит, я в деревню Рассвет. Вот, как бы. Ну как приехал? Меня здесь, друзья, привезли, и сторож мне сказал, вот где-то здесь моя машина находится. Вот. Сейчас, друзья, ранняя осень, сентябрь, друзья, месяц. Вот, как бы. Приехал, друзья, я. Вот. Поэтому вот, мне буквально вот сказали, вот, куда ехать, где находится деревня. Деревня, друзья, у нас находится где-то, я так полагаю, здесь или... Ну, не знаю, друзья, я посмотрю. Буду я поглядывать, друзья, на карту, в принципе, поэтому... Поэтому, друзья, вот что ж. Приехал, значит, друзья, я сюда. Вот. Так, как вы... Вот так, друзья. Приехал сюда и... Вот, по просьбе, да, по просьбе, то есть, как бы, моего дяди развивать здесь, друзья, сельское хозяйство. И, друзья, вот как-то так. Я разучился водить. По просьбе дяди моего я сюда, значит, приехал по своей воле, но по просьбе моего дяди. Вот. Это, ну, как бы, я не знаю, моя или не моя машина. Вот. Но вроде здесь меня ждали в этой деревне. Все-таки, друзья, уже сентябрь месяц. Все-таки сентябрь, да, то есть у нас техники нет, трактора нет, ничего нет, есть только, друзья, желание работать, да, я не знаю, может все забить, да, и пойти, да, куда-то перекурить, но, друзья, нет, сентябрь, мы попробуем уже здесь что-нибудь, друзья, да и сделать. Да, хотя бы просто засеять его, попробуем. Вот. Вроде как деревня он мне описал где-то тут, друзья, местный сторож мне описал все, друзья, что здесь находится. Я опять же говорю, что приехал не по своей воле, по дяде на них, потому что дядя уехал на другую местность, а мне сказал, что я приглядел, да, месяцок приглядел за хозяйством, может быть, где, да, и вот это что? Наверное, дядя. Он сказал, будет твой дом где-то здесь, что ли. Я, друзья, опять же, ничего вообще здесь пока не знаю. Вот, только приехал сюда. Не знаю, друзья, даже что не сказать. Вот это что? Да нет, друзья, это не дома. А может, дома? Я, друзья, не знаю, я сюда припаркуюсь. Я, друзья, сюда пока припаркуюсь. Что-то у меня, друзья, эта дверь открылась. Ну ладно. Открылась у нас задняя дверь, не знаю почему. Так, может это, да? Да вроде нет, не мой. Я, друзья, здесь первый раз. Я не вижу тут никого. Ау, где кто-нибудь есть?
Да, кричит тот, который вообще приехал сюда. Вот что ли, друзья, мой дом? Не знаю, надо сейчас позвонить дяде. Сейчас, друзья, я быстро позвоню дяде. Спрошу за дом. Да, спасибо, хорошо. Пока, удачи. Друзья, да, это мой дом, оказывается. Я... вообще как-то, друзья, прогадал, да. Думал я здесь первый раз, он сказал, ты едь-ка сначала на базу, потом разживёмся. Так, запомнили, друзья, зеленые ворота. Вот. Вот такие, друзья, зеленые ворота. Я вообще, друзья, в этой деревне первый раз. Занесло. Вот. Я всегда, друзья, да, был, можно даже так сказать, на деревне в Альпах. В Альпах, друзья, я всегда был, помните. А теперь, друзья, я как бы здесь вообще не ориентируюсь. Надеюсь, друзья, так, местные жители здесь ходят, курицы, друзья. Так, ну, друзья, не одну бы такую задавил. Так. Не хотелось бы, да, первый день и какую-то жирность здесь задавить. Так, вот, сказал, вроде база, да, ну, вроде, друзья, как выглядит, да. Технику, друзья, всю продали. Так. Сейчас, друзья. Так, смотри. Технику. Вернее, как я уже сказал, всю продали из-за большого долга. Из-за большого долга всю технику продали. Вот. А долги это кредит. Огромный, друзья, кредит. Так. Что, друзья, могу вам сказать? Я не знаю пока. Пока, друзья, у меня на счету 580 тысяч, и то это с запасом. Что это тут такое? Старый газон какой-то, да, вот лютые проколотые шины. Ну ничего, друзья, нормальный такой антураж, да, вот мне кажется, что местность прекрасная. Ангар, друзья, такой. Не знаю, друзья, посмотрим. Посмотрим, я опять же не знаю, сентябрь месяц, я вот. Поля у нас, друзья, хоть какие-то есть, а поля у нас четвертые. И первый. Так, да. Поля, друзья, у нас есть. Дядя оставил нам поля. Вот. Ну что, друзья, я думаю, вот, трудяги, встретимся с вами уже в следующий раз. Посмотрим. Я не знаю. Я дяде пока еще напишу. Ему сейчас вайбер напишу. Сообщение, да, вот. Посмотрим, что это, друзья, будет такое. Я вообще-то, друзья, как раз, друзья, здесь и первый раз. Ну ладно, друзья, на этом все. В принципе, спасибо всем за внимание. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Вот. Пишите, что думаете по этому селу, по этому поводу. Вот. Всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока-пока.